Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова, и я вам сейчас покажу обзор каталога Oriflame номер 15. Каталог будет действовать с 26 октября по 14 ноября, и мы с вами сейчас вместе полистаем. Я расскажу, что мне нравится, что не нравится, и ту продукцию, которая есть у меня в наличии, мы сразу протестируем, и я вам покажу, какое качество и как она работает, потому что есть некоторые продукты, которые вот реально не понимаешь, как оно будет, хорошо или нет. Вот сейчас вместе все разберем. И эти рекомендации вам также помогут выбрать продукцию для себя и помочь выбрать ее для своих близких или для круга клиентов. Итак, приступаем к просмотру, то есть к листанию каталога. Итак, каталог у нас начинается с новинки. Это новая помада, суперустойчивая, которая не отпечатывается. Она остается только на наших губах. Мне кажется, эта помада мечта любой девушки, потому что, когда красишь губы, хочется, чтобы они всегда выглядели великолепно. И эта помада у нас участвует также в интересной акции. Сейчас мы ее посмотрим. Помада приходит вот в такой упаковке. Яркая фуксия. И вот так выглядит сама помада. Черный футляр, она достаточно толстенькая, и толстенький стерженечек, который, я думаю, будет удобно скользить по губам. Я помаду еще не пробовала, мне ее прислали на тест-драйв, а оттенок, который мне прислали, 418-04, называется красный. Итак, я сейчас капельку прям попробую на мизинчике, нет, давайте вот здесь вот на этом местечке чуть-чуть попробую, на губах еще не пробовала. Ну что можно сказать, вижу, сразу она классно отпечатывается, пока что она блестит, возможно, она будет потом иметь матовый финиш, немножечко попробуем, а пока расскажу, какие у нас преимущества при заказе из этого каталога. Итак, одна помада стоит 519 рублей, оттенков достаточно много, если посчитать. 7 и 7, 14 оттенков, замечательно. Я думаю, что каждый из нас выберет себе то, что ей понравится. Я, например, очень люблю оттенки нюд, хочу нюд, мне нравится терракота, вот прям мои цвета. Хоть мне идут яркие помады, как многие говорят, и я сама это вижу, но комфортнее я себя чувствую в более таких нюдовых оттенках. Ну, не знаю почему, но так это работает. Итак, что нам нужно сделать? Смотрите, у нас есть такие варианты. Если вы выбираете набор супер помада и тушь, то у вас выходит цена 499 рублей за два продукта. Обратите внимание, одна помада стоит 519 рублей. Если же вы выбираете набор супер помада, тушь и тональная основа, то весь набор всего 699 рублей, то есть 200 рублей за один продукт. Получается выгоднее, чем первый вариант. Здесь 250 рублей. Итак, какие у нас средства, продукты входят в эту акцию? Наша любимая с вами тушь 5 в 1. Вот так выглядит наша тушь. У нее невероятно удобная кисточка. Если кто-то пробовал, напишите, как вы любите эту тушь или не любите. А кто не пробовал, я рекомендую эту тушь, потому что, по крайней мере, у меня она стала любимой. Я пробую все туши практически, которые выходят в Oriflame. Но именно эта тушь самая великолепная. Далее, тональная основа. Давайте посмотрим, какие тональные основы у нас входят в акцию. Чуть дальше листаем, вот они, Everlasting и Aqua Boost. Я вам покажу Everlasting, Aqua Boost не взяла, но они, в общем-то, абсолютно одинаковые тюбики. Чем они отличаются? Aqua Boost – это увлажняющая тональная основа, а адаптивная, она более подходит для кожи, которая стремится стать жирной. Да, это комбинированная кожа, жирная кожа, потому что у нее высокая стойкость. Я вам покажу свой оттенок и скажу, какой это код, где найти код. 35782. Я выбрала этот цвет и ни капельки не пожалела, потому что у него есть некий такой розоватенький подтон. То есть видно, что тут как бы он такой не бежевый, а именно легкая-легкая-легкая прям розовиночка. И когда я наношу этот тон на лицо, во-первых, тональная основа подстраивается под состояние кожи и под оттенок кожи. И цвет кожи получается более натуральный, такой естественный. И в то же время появляется живость в лице. Вот за что я люблю розоватые такие оттенки. Но вот видите, он розовый практически совсем исчез. Естественно, когда мы тон наносим, он начинает взаимодействовать с нашей кожей и чуть-чуть перестраивается.
При этом очень ровное покрытие, не забивает поры ни тот, ни другой тон. В общем-то, выбирайте по своему типу кожи. Итак, набор из трех продуктов, тушь, помада и тональная основа всего 699 рублей. Ой, я сказала по 200, да, тут получается 699, то есть по 233 рубля один продукт выходит. В любом случае, это очень-очень выгодная цена. Отличное предложение, и я, конечно же, им воспользуюсь, потому что мне эти продукты нравятся, и их часто-часто заказывают. Особенно у меня популярна тушь. А тушь у нас представлена в двух вариантах. Одна, которую я вам показала, это обычная многофункциональная тушь, а вторая – это водостойкая. Но имейте в виду, что вы эту тушь ничем не удалите с ресничек, только специальным средством для снятия водостойкой косметики для макияжа. И в этом каталоге как раз это средство будет с большой скидкой. Итак, помада у меня полежала немного на руке, и мы сейчас попробуем, как она будет, да, пока отпечатывается, ну, по крайней мере, от кожи есть отпечаток, небольшой, но есть, пока она растирается. Я обязательно в ближайшие дни запишу обзор и сделаю выкраску, ну, вернее, не выкраску, да, я попробую один этот оттенок, который у меня есть на губах, потому что, скорее всего, на губах она будет вести себя абсолютно по-другому. Как вы знаете, что у нас на состав кожи разный на руках и на губах, поэтому... Соответственно, и вести себя они будут по-разному. Оставлю пока на руке. Хочу, знаете, еще чуть-чуть нанесу. И через какое-то время еще попробуем разик растереть. Вот тут нанесу. Пусть будет, да? Интересно же, как она себя будет вести. Хочется быстрее все узнать. Так, листаем дальше. Потрясающая, конечно, акция. И тут нас ждут опять новинки. Отличная идея сделать румяна вот в виде пудры, зеркальцем. Прекрасно. Я не знаю, будет ли тут пуховка или нет, потому что я не вижу здесь вот в описании. Ну, так как есть кисть дополнительно за 229 рублей, то, скорее всего, нам предлагают приобрести кисть для того, чтобы наносить румяна или пудру. Так, и так, 4 оттенка. Пионовый, персиковый, розовый, коралловый. Отличные цвета. Я думаю, что этот продукт будет пользоваться спросом, потому что, ну, румяна любят все компактные. Потому что есть у нас еще румяна в шариках, которые я вам тоже чуть позже покажу. Все-таки они не так удобны для того, чтобы носить с собой. И, ну, поэтому и они могут рассыпаться, и коробка достаточно большая. Все-таки компактная румяна вариант всегда был классный. И новая пудра компактная. И эта пудра будет улучшать цвет лица, плотность покрытия, контролирует жирный блеск. То есть мы ее рекомендуем для обладательниц комбинированной жирной кожи. Да, вы всегда читайте в каталоге описание, потому что они здесь уже хорошо-хорошо рассказывают, чем эта пудра интересна. То, что содержит микрочастицы натурального шелка. И это создает мягкую бархатистость кожи, ощущение комфорта, разглаживающий эффект. Очень круто. А вот эту новинку я жду с нетерпением. Я давно мечтала попробовать помаду для бровей. Я даже однажды выписывала какие-то продукты с AliExpress для бровей, но мне ничего не понравилось. Один продукт вообще пришел сухой, неработающий. Ну, в общем-то, полная бельберда. Поэтому, когда я увидела, что у нас выходит, наконец-то, эта помадка. Смотрите, как здорово. Здесь кисточка, я так понимаю, прячется в колпачке. А помадку мы выбираем по цвету своему, который больше подходит. Я возьму коричневый, потому что светлый, ну, хотелось бы, конечно, увидеть, но, скорее всего, я возьму коричневый, потому что я обычный тушь беру коричневую, и вот карандаш для бровей у меня тоже коричневый, и мне нравится, что у меня брови не бледные. Очень потрясающая новинка. И также у нас выходят новые карандаши, которые дают... Это не новинки? Новинки. Новые карандаши, которые... дают у нас стойкость. И действительно так и есть. Я получила для обзора вот такой карандаш. У меня, скорее всего, цвет. Сейчас давайте точно посмотрим, какой код ищу. 72 на конце. Да, бронза. Я на нее и подумала. И вот смотрите, бронза. Так, где у меня тут тональная основа? Смотрите, легким движением руки. Он, кстати, сильно отличается от предыдущей коллекции. У меня был хрусталь. Он все-таки как-то жирненький такой. Этот я пробовала его, во-первых, не стереть. Вот он чуть-чуть у меня полежал на руке. Его уже стереть было невозможно. Я только удалила эти тени специальным средством для снятия водостойкой косметики. Кстати, очень действительно стойкий карандаш.
Вот он, видите, я его тру. Вот уже сильно прям тру. И вот он чуть-чуть начал растираться. А когда он подольше полежит на коже, то его уже просто не сдвинешь с места. Поэтому, конечно, мы любим стойкий макияж. Мы любим, когда тени не собираются в веках. У многих девушек есть проблемы жирные веки. И любые тени, даже сухие тени, без основы, все равно через некоторое время скатываются и получают такие полоски на веках. Это, конечно, некрасиво, и приходится постоянно поправлять макияж. В этой же ситуации у нас не будет необходимости поправлять макияж. Нас скоро ждет новая коллекция Nordhem. И сейчас мы можем что сделать? Заказать вот такую чудесную подвеску. Лаконичный цейлонит. Какой-то новый камень. Я даже такой не слышала. За 799 рублей. Соответственно, еще будет скидка 20% от этой цены. И тогда в следующем каталоге вы получаете 30% дополнительную скидку на любое украшение из новой коллекции. У нас будет отдельный каталог с ювелирными украшениями. Будем смотреть, выбирать. И тогда, если вам что-то здесь понравится, то, конечно, получается, вот даже по прошлым годам я смотрю, сравнивала цены. Если заказать подвеску заранее и использовать 30% скидку, то просто получается, что эта подвеска идет нам в подарок. То есть по деньгам выходит вот такая ситуация. Поэтому почему бы, если вам понравилось что-то из каталога, и вы планируете заказать, взять еще вот такую подвесочку, которая действительно она очень лаконичная, такая, ну, прям вот классическая, под пиджак, то есть деловой стиль. Ну, по крайней мере, я люблю бижутерию и обычно присматриваюсь к таким предложениям. А вот на этой страничке, обратите внимание, код 128-450. Если вы его указываете в заказе, то вам вкладывают за эти деньги, за 69 рублей, новый каталог, два пробника новых ароматов, пробник кремовой помады персиковый нюд и пробник ночного крема Lifting Novage. Классное предложение. Смотрите, у вас получается 4 пробника и каталог всего за 69 рублей. Вот такая классная цена. Так, у нас ждут классные новинки, уже просто такие заманчивые впереди предложения. Можно отдельно заказать набор пробников за 40 рублей. У нас будет какой-то бесподобный мускусный аккорд в этих ароматах и ваниль. Я уже читала, у меня слюнки текут. Здесь у нас и малина, и цветы, и орхидеи. Я просто уже предвижу, какой будет ажиотаж с этими ароматами. И я очень хочу, однозначно себе приобрету, потому что я люблю ароматы, и очень хочется какой-то новый крутой аромат, вот чтобы он просто всех вот сразил наповал. А далее покажу вам то, что есть в наличии, и то, что мне действительно нравится. Вот сейчас начинается зима, уже у кого-то снег выпал, у нас еще пока тепло, температура днем доходит до 20 градусов, но тем не менее, и скоро я достану новинку, то есть не новинку, а аромат, который, как вы видите, я очень люблю, но я им пользуюсь только в холодное время года. И он называется у нас Sublime Nature Tonka Bean. Такое вот интересное название. Аромат восточно-цветочный. Я рекомендую выписать пробник или хотя бы потереть страничку каталога, потому что аромат необычный. Смотрите, восточный. То есть он достаточно такой многогранный, он глубокий, он не легкий аромат. То есть в нем вы не будете порхать, как бабочка. Но для любителей восточных ароматов это просто... Ну, это находка. Да, это находка. И, кстати, этот аромат нравится мне и нравится моей 20-летней дочери. 21-летней дочери. Но еще, когда я только приобрела этот аромат, она сразу его заценила. Даже было время, она утащила его к себе на полочку. Я сказала, нет, это взрослый, дорогой аромат, оставь его мне или пользуйся вместе со мной. Но не утаскивай его. Вот. Ароматы вы, конечно, всегда выбираете по своему вкусу, по своим предпочтениям, да, по ценовой политике. Я вот люблю очень Amber Elixir Crystal. Для меня этот аромат просто необыкновенный. Я никогда не слышала таких нот дорогих, красивых, таких создающих какое-то волшебное настроение, дают энергию, много силы, позитива. Ну, для меня это очень классный аромат. Вот, вы выбираете на свой вкус, выписываете пробники, потому что, например, если мне нравится Eclat Mon Parfum, то вам, может быть, он и не понравится, а я его просто обожаю. Сейчас я им уже пользуюсь, осень, самая пора для этого аромата.
Ароматов у нас, конечно, многообразие огромное, как мужских, так и женских. Вот очень люблю вот эту розочку, новинка Valeré Moments. Просто необыкновенный аромат и красивый по дизайну, и красивый по звучанию, очень нежный такой. И я про него тоже записывала отдельный обзор. А, кстати, я себе выписала даже вот такой аромат из серии Feel Good, Be Happy, вдохновляющий. Он пахнет апельсином, он такой цитрусово-пряный, и он создает классное настроение. Я им пользуюсь просто дома, он у меня стоит на рабочем столе, и я им брызгаюсь все время. Он не стойкий абсолютно, он не долговечный, но он такой легкий, воздушный. Например, я днем им пользуюсь, а вечером, если хочу куда-то пойти в гости или погулять, я просто наношу сверху, наслаиваю другой аромат, потому что этот не будет перекрикивать другие ароматы. Вот. Далее, мужские, у нас тоже огромная коллекция мужских ароматов. И вот смотрите, что интересно, есть ароматы с такой ценовой политикой, когда люди могут сказать, фу, наверное, это будет не очень. Но что самое удивительное, именно вот этот аромат «Лидер», он был у Михаила, и мы его с таким удовольствием вместе, да, использовали, потому что он на себя наносит, а я его вдыхаю, мне очень нравится этот аромат, при этом он очень стойкий, красивый, он не грузит, да, он такой, он не легкий, но он и не перегружает, то есть очень вкусный аромат, поэтому выписывайте пробники, не смотрите на цену, смотрите, чтобы вам нравились ноты аромата. А вот что хочу сказать про мужские, они очень стойкие, какие-то необыкновенные все стойкие ароматы, если женские есть такие слабенькие, некоторые какие-то более стойкие, то мужские, мне кажется, все просто на высоте по стойкости. Опять же, пробники вам, как говорится, в помощь. Очень много появляется мужских продуктов, и это радует, потому что и в компании у нас все больше и больше работают мужчин, и больше мужчин смотрят в сторону Oriflame, потому что Oriflame на слуху, Oriflame заполонил Инстаграм, все об этом говорят и пишут, и многие теперь понимают, что Oriflame – это не тот масс-маркет, да, про который вот как бы говорят так не очень, да, люди понимают, что Oriflame – это круто, это высокий уровень и по доступным ценам. Я не говорю, что Oriflame – это панацея для всех, но для большинства людей во всем мире это продукция номер один, как, например, в нашей семье. Так, я вот не рассказываю подробно про все, я буду говорить про те продукты, которые для меня прям вау или вообще не нравятся, да, и то, что у меня есть, как говорится, лично есть, да, показать. Вот балуйте мужчин. Если нет возможности брать Novage, потому что Novage – это дорогой комплект, это антивозрастная продукция. Миша, почти пустой флакончик, скоро нужно будет обновить. Но я вижу классный результат, когда мужчина начинает ухаживать за своей кожей. Потому что у Миши были Т-зона, очень расширенные поры, забитые, и постоянно вот блестела эта зона. Сейчас он пользуется 2-3 раза в неделю этим уходом на ночь, и я вижу, какой классный результат. Поры чистые, сальные железы не так активно работают, то есть нет уже такой проблемы с блеском. И при этом как выглядит ухоженно и как вкусно пахнет лицо. Просто прелесть! Так, помады. Помад много не бывает. И, конечно же, для нас, для девушек, помады – это просто выход из негативных состояний. Любая новая помада создает просто потрясающее настроение. Помады разные, есть с глянцевым финишем. У меня на канале есть обзор, где я все их попробовала на своих губах. Можете посмотреть, как они выглядят. У нас есть помады аж 26, по-моему, штук. Ультракремовые 5 в одном. И эта помада очень нравится женщинам. Во-первых, посмотрите, какой ассортимент. Как-то тут можно выбрать одну помаду. Я не знаю, я вот с трудом выбрала одну, потому что я хотела все. Я взяла себе помаду «Розовое дерево» 68 на конце. Вот смотрите, она чуть-чуть отличается, когда мы смотрим на картинку в каталоге и на помаду вживую. Поэтому, опять же, надо брать пробники. Вот так будет выглядеть помада.
Глубокий, плотный, красивый цвет, ухаживает за губами, защищает их. Никакой полосатости, мягкость, комфорт и просто очень нравится цвет. Меня часто спрашивают, ой, какая у тебя помада? И зачастую делают заказы, когда я с ней выхожу в свет, у меня всегда эту помаду заказывают. Есть бальзам-праймер для губ. Мне он вообще не подошел. То есть я им мажусь, и я не могу сказать, что мне что-то хорошо, там я балдею, там вообще какие у меня губки. Вообще никакого эффекта. А у меня просто губы сами по себе хорошие, и нет там каких-то недочетов, которые бы нужно исправить. А праймер, он помогает выровнять кожу губ, он помогает более ровному, красивому распределению помады по губам, он фиксирует помаду, да, она дольше держится. То есть, если вам вот эти качества необходимы от праймера, то, конечно, вам этот продукт будет в самый раз. А вот мне он как-то не зашел. У нас есть шикарные бальзамы для губ, такие маленькие карандашики, а есть АЗ-бальзам. Вот если про мультиактивный бальзам я говорю, вау, классный, супер, кстати, он почему-то без скидки, то АЗ-бальзам, я говорю, фу, какая гадость. Вот честное слово, посмотрите, он очень красивый. То есть его наносишь, и у него красивый, если взяла персиковый, красивый блеск, такое персиковое сияние. Вот оно прям приятное такое. Но на губах лежит не очень приятно, и самое главное, что это горечь. Горечь, когда я облизываю губы, у меня во рту просто все просто неприятно, какое-то прогорклое. И многие тоже отзываются о нем плохо. А читала также у меня же в отзывах, комментариях, что Лиля, как вы можете, это такая классная штука, мне так нравится. Вот понимаете, опять же, каждому свое. Понравится или нет, тут непонятно. Но вот про этот бальзам я плохих отзывов не слышала. И у нас есть потрясающие блески. Три вида. Глянцевые, мерцающие, сияющие. Забыла взять глянцевый мой бежевый, любимый цвет. Любимейший просто. И можно как без контура, так и с контуром красить. И покажу вам из сияющих предпоследний сияющий розовый. Вот такой вот красавчик. Посмотрите, сколько в нем жизни, сколько блесток, бриллиантиков, он весь переливается на губах. И от губ невозможно оторвать глаз, когда вот с этим блеском, как помада энергоблеск, только более глянцевое еще покрытие. То есть эти микро-микро бриллиантики переливаются, блестят очень красиво на губах. При этом он чудесно пахнет, он очень классно лежит на губках. Но здесь написано, что он, где-то тут должно быть написано, что он не липкий, но для меня он липкий. Опять же, я говорю о собственных ощущениях. Мне многие пишут, нет, Лиля, он не липкий. Липкий для меня вообще, вот он. Видите, он прилипает, я его чувствую. Если волосы прилипли, они уже не слетят, просто так нам приходится их отдирать. То есть, ну, в любом случае, мне он очень нравится. И когда закончится вот этот цвет, я его снова перезакажу, потому что, ну, если не выйдет что-то новое, еще более интересное, это просто идеальный блеск вот на повседневку. Далее нас компания балует шикарными тенями. Тени Refill, вот в такой вот палеточке. Палетка, кстати, покупается отдельно. Вот она, большая палетка, 419 рублей. И тени каждые по 169 рублей. И есть еще маленькая палетка за 199 на 2 оттенка. Вот так выглядит большая палетка. На самом деле она ужасная. Она очень быстро вся исцарапалась, затерлась, стала так стрёмно выглядеть. И у меня, конечно, претензии к компании. Мне это вообще не нравится абсолютно. Ну, хоть надпись не стерлась. И я могу сказать, что я же не таскаю это все с собой постоянно в косметичке. У нее нет возможности прям тереться и тереться. Она у меня лежит на косметическом столике в основном. Но в то же время, видите, как она плохо выглядит. Но функционал у нее замечательный. Во-первых, есть такое зеркальце, в которое тоже удобно краситься. И помещается в 6 оттенков. Оттенки можно менять. Сзади дырочки вы иголочкой выталкиваете ненужный оттенок. И сажаете его обратно вот в такую пластиковую коробочку, потому что тени приходят вот в таком футляре. Также можно и хранить, если у вас, например, много теней. Вот у меня их всего 8 оттенков. 6 у меня здесь, этими я перестала пользоваться, они лежат у меня отдельно. Думаю, надо кому-то их, наверное, подарить.
Или самой начать? Скорее всего, нет, потому что немножко, ну, громкие цвета. Я в последнее время как-то не хочу такими пользоваться. По качеству теней. Давайте посмотрим. Я вот взяла кисточки. Если мы возьмем, например, такой вот розовый. Сейчас скажу, это розовое золото оттенок. Он очень светлый. Очень светлый. Вот он розовый, такой, знаете, шиммерный цвет. То есть все переливается. На веках он не слишком громко звучит, но как я его использую в основном, покажу вам сейчас фишку и заодно сразу продемонстрирую вот эти вот румяна из серии Giordani Gold. Они будут чуть дальше у нас в каталоге, я вам их сразу покажу. Я наношу на веки, вот это на подвижное веко, вот эту вот основу, и уже сверху фиксирую вот этими тенями. Почему я так делаю? Просто если эту основу оставить, она, конечно, очень красивая, оставить без теней, то она через какое-то время свернется, даже на моих веках, хотя они не жирные. А вот как основа под тени, это просто шикарно. Потом я беру какой-то другой цвет, например, вот такой вот, и делаю там уголочек глаза, такой вот более выразительный. Ну, ложу как стрелочку. Вот я вам просто показываю, как вот я рисую тени. Посмотрите, как круто тушуется. То есть даже не надо специальных каких-то кистей. Вот обычной кисточкой я растушевала. Если тени носить на чистые веки, то они не будут яркими. Вот. Они даже немного пылят. И они не слишком яркие. Кстати, на веках они не будут даже так хорошо как бы как сказать это слово? Ну, держаться так хорошо, да, выражаться. То есть на основу, любую жирненькую основу, или вы можете взять, например, вот такую основу, нанести тени, и сразу же сверху нанести сухие тени, как бы вот они выделят, да, какой-то уголочек, вам надо сделать, например, такой темный, сделать более выразительно. Вы берете и прямо на эту базу, пока она не высохла совсем, наносите вот такую... вот такую красоту. В общем-то, можно использовать и так, и так, и так. Все, что вам нравится, я вам покажу несколько оттенков. Так, вот это я вам показывала, по-моему, это благородный серый цвет. Угу, вот он, благородный серый. Далее у меня есть... Или это не благородный серый? Нет. У меня такое чувство, что этого оттенка сейчас здесь нет, не представлен, потому что они много меняются. Вот зато небесно-голубой вам покажу, какой красивый цвет. Он какой-то вот голубой с золотом, и получается, что он переливается как бы зеленью даже отдает. А на веках выглядит очень красиво. Вот так вот вам покажу немножко. Ну, достаточно экскурсии по теням. Опять же скажу, что я ими довольна. Я не могу сказать, что это идеальные тени, я от них просто пищу от восторга. Но пользуюсь каждый день, мне очень все нравится, и я считаю, что это отличный вариант. Тем более, что можно собрать себе те оттенки, которые вам нужны, а не те, которые обычно в наборах, потому что зачастую наборы используются максимум на 50%. Далее у нас карандаши и подводки для глаз по хорошим скидочкам. То самое средство для снятия косметики. Я вам в конце покажу, как я буду удалять весь макияж. Кстати, давайте посмотрим помаду. Да, вот она встала и не отпечатывается. Класс! Да, чуть-чуть просто ей нужно было время, чтобы она зафиксировалась. Наши туши, любимые, у меня сейчас есть тушь, удлиняющая с эффектом наращивания ресниц. Она достаточно интересная, очень круто, правда, поднимает ресницы, выкладывает их веером. Удобная щеточка, но я думаю, что эта щетка не подойдет для крупных глаз. То есть вот она все-таки должна ложиться по форме глаза. Я общалась с девочкой, у которой такие огромные глаза, огромные ресницы. Вот она ей не подошла. Она говорит, мне неудобно этой тушью, кисточка не совсем подходит. Опять же, мы все разные, конечно, кому-то одно будет хорошо, кому-то это же самое будет плохо. Вот чудесная кисточка, которая дает эффект кошачьих глаз. Она действительно чудесная, и тушь, и кисточка делает тот самый эффект. То есть она очень-очень акцент большой делает на внешние ресницы. Они так классно прокрашиваются, поднимаются по сравнению с другими. И эффект достигается, тот, который заявлен.
Далее у нас хайлайтеры. Я вам покажу и тот, и другой, но вот на второй нет скидки, но он мне очень нравится, просто чтобы вы понимали, что вот кремовый хайлайтер, он уходит, а смотрите, какой он классный. У меня уже как-то даже нету мест, куда его показать вам. Будем вторую руку эксплуатировать. Хорошо, что у меня две руки, правда? Вот он, смотрите, какой классный. Он розовенький, он так оживляет лицо. Не очень удобно то, что вот надо тюбик открутить, закрутить. Но то же самое и со вторым хайлайтером, который у нас жидкий. И он необыкновенно золотой. Я терпеть не могу такую упаковку с пипетками, но я могу его вытерпеть, потому что он мне очень нравится. И мне нравится то, что маленький легкий флакон хватит невероятно на какое время. Вот, чтобы вы знали разницу. То есть этот у нас золото, но оно не рыжит. Смотрите, оно прям вот как хрусталь. А это с розовым потоном. И тот, и другой невероятно классный и очень-очень надолго хватит. Далее у нас все для макияжа. Смотрите, закрепляющий спрей. Им фиксируется макияж. Идеальный для тех, у кого жирная кожа. База под макияж. Она прям вся сияет, светится. Далее палитра маскирующих. Маскирующих средств тут три отсека, смотрите, один с розовеньким перекрывает синенькое, бежевый перекрывает пигментные пятна, и это пудра третья. То есть да, все есть в одном месте, очень надолго хватает, очень экономичная маленькая палеточка, с зеркалом тоже все супер, все удобно, у него очень высокая плотность. Все для ногтей. Лаки я новые не брала, у меня нет о них впечатления, к сожалению. Поэтому я могу сказать только, что очень красиво, все очень красиво. Роскошная наша точилка для карандашей, она точит любые карандаши. Давайте вот попробуем, например, мой для бровей. Смотрите, как классно. Раз, и как она снимает. Тонко, идеально, не оставляет никаких зацепок, не ломает карандаш, то есть нет вот этой деревяшки. Делает очень хороший стерженечек. При этом мы можем открыть здесь, вынуть шпажку, здесь почистить то, что, вот, например, забилось тут вот, и так далее. Мы можем снизу также открыть, вынуть то, что выпало здесь внизу. То есть полная такая трансформация, очень все удобно сделано. Но эта точилка ни разу не точит вот этот вот большой карандаш, который у нас представлен как раз в каталоге. Смотрите, просто все вот как-то ломает. Сейчас покажу вам в деле. То есть не идет такое вот классное снятие, ломает стержень, то ли этот карандаш слишком мягкий. Девчонки писали, что его можно замораживать в холодильнике, но, ребят, извините, когда мне это делать? То есть мне надо спуститься на первый этаж, заморозить карандаш, спуститься потом за ним, поднять его наверх. Да я пока иду наверх, он уже растает. То есть я недовольна качеством карандаша в плане того, что очень мягкий стержень, он не точится, и поэтому я не могу его использовать. И когда он вот так заточен, то, извините, тут деревяшка, там что-то непонятное. Я понимаю, что можно, девчонки тоже писали, что надо другую точилку покупать, но, опять же, зачем мне бегать искать, подойдет какая точилка или нет, я не знаю. Но по качеству, вот по красоте нанесения мне очень нравится. И вот эта нюдовая помада, и очень красивый цвет вот этот шоколадный, но поверьте мне, что большая часть осталась в точилке. И здесь я, конечно, не рекомендую эти карандаши вот по понятным причинам, которые я все рассказала вам и озвучила. Надеюсь, вам будет полезна эта информация, чтобы вы не выкидывали деньги на ветер. Редко, но бывает в Oriflame вот какие-то не... Может быть, попалось такое дерево мне. Я не знаю, вот какая-то ерунда. Но бывает, что-то мне не нравится, я об этом всегда говорю. Далее тоже для молодой кожи тональные средства. Я не знаю, какие они, честно говоря, не пользуюсь этой серией для лица. У меня есть некоторые продукты серии On Color, но не все. Например, вот покажу вам румяна компактные. Где-то я их тут принесла, маленькие-маленькие. Вот они. У меня предыдущая серия Color Box, но чтобы вы понимали, что эти румяна будут вот такого формата, то есть это маленький кругляшок, без зеркала, без кисточки, без пуфика, то есть вы отдельно кисточкой будете эти румяна наносить на себя. Но,
Смотрите, как классно. Малыш просто самый маленький формат румян, который, если вы, например, все время в движении куда-то едете, ходите, и вам нужно с собой иметь румяна, чтобы, например, освежить лицо или сделать макияж полный, то это идеальный вариант. Маленький малыш, незаметен и не придает много веса. Так, и покажу вам... А, нет, не покажу, не взяла помаду. У меня, правда, нет именно такого оттенка, который здесь... Но помады я очень довольна по качеству. Кстати, я думала, что они здесь представлены, но нет. Может быть, дальше будут. Так, листаем дальше каталог. Про помады Giordani Gold. Я их просто обожаю. Мне нравится дизайн. Это икона стиля. Вот такая помада. У меня оттенок классический розовый 304-49. Давайте, ну ладно, здесь где-нибудь вот так. Видите, как красиво. Вы, кстати, часто мне пишете, когда я этой помадой крашусь: «Лиля, а что у тебя за помада на губах?» То есть, когда у меня одежда в холодных тонах, одежда в, ну или макияж холодный, я ее наношу, мне она очень-очень нравится, как она лежит на губах. Она такая мягкая, невесомая. Ну и просто это очень красиво. Помада Giordani, конечно, очень респектабельны в плане визуального. Вот на них... Когда смотришь, очень круто. Далее, матовая помада с эффектом металлик. Я не заказала себе новинку, поэтому я не знаю, какая помада сейчас. Может быть, вы найдете другие обзоры на канале YouTube, посмотрите и сделаете выводы. Я не смотрела, не искала, но предыдущая коллекция была сухая. Для губ очень сухая, поэтому у меня есть три оттенка. Я редко-редко пользуюсь, очень красиво на губах, но сухо. А вот эту новинку я обязательно закажу и покажу вам обзор. Это корректирующая база под макияж. Мне кажется, это будет просто бомба с гиалуроновой кислотой. То есть вот тут все будет и молодой вид лицу придавать, и вы теперь никогда не узнаете, сколько мне лет, пока не прочитаете или пока я вам сама не скажу. Так, это как раз те самые румяна бронзер, от которых я в восторге просто пищу. Вот они здесь. Видите, как это красиво, сколько шиммера, сколько всяких необыкновенно красивых частичек. И, кстати, у меня они уже 2 года, пользуюсь очень часто, мне кажется, никогда не закончатся. Далее, у нас тональная основа, новинка с пребиотической сывороткой. Я вот себе заказала, но еще пользоваться не начала, потому что так много тональных основ, вот так красиво она выглядит. Я себе взяла ванильный. Буду скоро ей пользоваться, а пока можете посмотреть на канале обзор. Я заказывала все пробники и тестировала все-все-все новинки и на лице, и на руке, чтобы было удобнее выбрать. Так, этот цвет, сейчас скажу, какой я взяла. Ivory, слоновая кость. Вот, слоновая кость, вот так будет выглядеть. Нанесение отличное на лицо. Она и увлажняет, и ухаживает, и ничего не забивает. Просто вот как кожа вторая получается, такой эффект красивый. Следующая страничка, здесь у нас туши, туши, туши. Мне тушь Giordani не подходит, новую я не пробовала, все-таки не стала заказывать, думаю, вдруг опять не подойдет, а стоит недешево, и тушей пока полно. Вот, мне не подходят они, но многие только ими и пользуются. Зато мне очень нравится карандаш для бровей, он классный, смотрите, какой удобный. Здесь есть щеточка, чтобы сразу, например, брови причесать. Здесь есть классный карандаш, который очень-очень здорово ложится, и он стойкий, то есть потрясающий классный карандаш для бровей. Если вы любите карандаши, то именно его берите, потому что он огромный, он такой длинный, хватит надолго. У нас новинка, халат, будете как далматинцы, я себе брать не буду, у меня есть халатики от Oriflame. У нас здесь здорово придумали, посмотрите, как классно обыграли. Например, с этим рюкзачком будут круто смотреться вот такие цепи, эти очки, вот именно эта коллекция. И несколько страничек, так здорово, я обожаю, когда подбирают образы, и уже сразу думаешь: о, точно, мне это надо. Кстати, у меня есть такая сумочка, и я очень хочу этот платок, но его нет на складе. Кто выкупил все мои любимые платки? Посмотрите, как здорово. И все это можно заказать, посмотрите, как удобно, уже не надо думать, а что с чем будет смотреться. Вот, вы открываете страничку и знаете, что именно вот это будет с этим классно дополнять друг друга, и получится красивейший ансамбль. А мы плавно подошли к серии Novage.
роскошная серия, антивозрастная для лица. В этой серии есть разные варианты комплексных уходов для разных задач. Это нужно все изучать, это не быстро, не за 5 минут. Ну, я просто могу сказать, что я пользуюсь вот этой серией «Экологен». И сейчас себе в зиму собираю серию Ultimate Lift, буду ей пользоваться, потому что она как раз овал лица подтягивает. У нас вот чудесный пилинг для лица обновляющий, просто чудесный. Почитайте про него. Это, ну, ребята, дома, девочки, да, и мальчики, вы можете дома делать салонную процедуру за 629 рублей 100 мл, использовать... Просто нанесли, 20 минут подержали, на ночь смыли, далее делаете свой уход. Ну, просто вспомните, сколько в салоне стоят такие вот процедуры, чтобы сделать обновляющий пилинг. И мне очень нравятся наши тканевые маски, эссенции постоянно пользуюсь. Крем для рук антивозрастной тоже у меня был, и надо как-то повторить, в общем-то, и скидка хорошая. У нас выходят новые продукты в серии Wellness. Это батончики, вкусный перекус без угрызений совести. Классно! Здесь разные рекомендации по питанию, по здоровому образу жизни. Открывайте, читайте, все это очень здорово, что не надо рыться, искать информацию. Все здесь, в одном каталоге. Все очень доходчиво и понятно, и всего хочется и побольше. Я смотрю, на что скидки будут. Я просто хотела бы еще пачку нутрикомплекса докупить. Сейчас я вторую пью, а рекомендуется 4 пачки. У меня только 3 собралось. Прекрасные интенсивные подтягивающие капсулы для лица со скидкой, девочки. Они вот такие суперские, просто эффект. Если регулярно пользоваться, вот курс делать, то эффект классный. Наши патчи, смотрите, будут с большой скидкой, дорогущие, но так они все упакованы просто для VIP-персон. И они работают, эти патчи очень хорошо разглаживают морщины, снимают отечность с кожи вокруг глаз, ухаживают, увлажняют. Ну, одни плюсы. Бустер, вот у меня как раз заканчивается антиоксидантный, видите, у меня прям капельки остаются, и он пойдет в пустые баночки. То есть вы пипеточкой капаете капельки. 2-3 капельки в крем, смешиваете и наносите на лицо, и усиливает действие крема, убирает, как говорится, всякие вот, ну, то есть сияние кожи дает, ухаживает, лучше крем работает. Выберите тот, который вам больше нравится. Я, например, вот, я люблю сияние, мне очень нравится питательный. Буду сейчас пробовать вот этот детокс. Он хотя и для жирной кожи, но я уже заказала, хочу попробовать разные. Уход за лицом более по доступным ценам, если сравнивать с серией Novage. Это серия Optimals, тут есть и антивозрастная серия, осветляющая против пигментации. У нас есть чудесная серия для жирной кожи, Scrub Optimals. Наша классная мицеллярная вода тоже, которая пользуется огромной популярностью. Серия с чайным деревом. Мой любимый продукт – это антибактериальное, вот это маслице. Оно с слаймом и чайным деревом. Обладает мощным антисептическим и ранозаживляющим эффектом. То есть капельку прям берем, наносим на ранки, на ожоги, на укусы, на прыщики. То есть все, что нужно вот подживить, да, болячки какие-то, вот все заживляет очень быстро. И я использую также при насморке, при кашле. То есть капельки мы разводим с водичкой. Да, смотрите, пропорции все есть в интернете. Почитайте, как использовать масло чайного дерева. Потому что если я сейчас начну рассказывать, да, его и в шампунь можно добавлять, и в крем. Да, и, я не знаю, когда ваночки ножные делаете, ножки. Просто если есть грибок, да, тоже можно натирать ножки после мытья. И будет это все убираться. Масочки. Я всегда говорю, девчонки, масок много не бывает. Мы постоянно с дочкой только одну за другой используем. Я обожаю вот питательную маску с овсом, органический овес и ягоды Годжи. А это маска из той серии, про которую мы только говорили. Лайм и чайное дерево. Это маска скраб. Можно использовать как скраб, можно использовать как маску. Но больше эффект мне нравится, когда масочку делаешь. Ой, потрясающая маска скраб для губ. Я забыла взять этот маленький малыш, который
Очень вкусный и на вкус, и по аромату. Тканевые маски по доступным ценам. Посмотрите, еще никогда не было такой цены, всего по 109 рублей. Масочки вот такие клевые, я себе возьму обязательно. Серия «Миндальное масло и пчелиный воск». Я пробовала из нее только крем для рук, мне он очень нравится, он прям хорошо питает, ну и не слишком такой жирный, чтобы вот прям было неприятно, то есть он и питает хорошо, и впитывается, один комфорт. Новую серию осветляющую я не пробовала, я брала дочке мыльце, вот такое ей нравится она, вот, а так вот не могу пока сказать, какой эффект, личного нет опыта. Так, далее у нас серия Эко Бьюти. Что-то ее так маленький такой уголочек ей выделили. Такой роскошной серии. На 95% натуральные компоненты в этой серии. Здорово, с большой скидкой. Очень люблю этот набор. Детская серия. Сейчас вам покажу баночку одну. Вот кремик, бальзамчик многофункциональный для наших прям грудничков-грудничков. Но также могут использовать и девушки, у кого очень чувствительная кожа. То есть очень хороший питательный бальзамчик. Он не обладает запахом. То есть легкий-легкий аромат основного компонента, который входит в состав. Так, здесь у нас... Где-то я видела, забыла, как называется. Ну, не знаю, здесь что-то не написано. А я забыла, как называется основной компонент, который... Вот легкий такой аромат придает. Все для ножек. За ножками нужно ухаживать круглый год, потому что летом на ноги большая нагрузка, и зимой тоже. Поэтому скрабы, крема питательные, летом охлаждающие, масочки, муссы, которые снимают тяжесть в ногах, пилочки всевозможные. Все у нас это есть, все по доступным ценам. Роскошное средство, смягчающее с маслом эквадорской розы. В красивейшую такой вот яркой баночке забыла взять, тоже у меня есть. Мне очень нравятся наши зубные пасты. У нас сейчас все четыре открыты, я вот взяла одну показать. И мы чередуем, мы берем то отбеливающую, то защитную, то пасту гель, то травяной комплекс. Я, конечно, очень люблю больше защитную и травяной комплекс. А, так, каждый выбирает на свой вкус. Крем для рук, мед и молоко, он прям такой жирненький-жирненький. Его вот реально просто под перчатки надо наносить, чтобы интенсивное питание кожи получилось. У нас есть вставка в каталог, так непривычно сделали, обычно она была длинная. Мне кажется, длинная более удобная, чем вот такая вот. Ну, наверное, решили что-то поменять в дизайне. Что мне здесь нравится? Румяна с хорошей скидкой по акции. Естественное сияние, вот такие вот румяна. Я ими пользуюсь. Не очень удобно. Надо открыть крышечку, надо вынуть губку, надо нанести на кисточку, закрыть губку, закрыть кисточку. Неудобно, но румяна шикарные. Очень надолго их хватает. Сейчас расскажу, чем пользуюсь. Вот такой бальзамчик у меня был. Как вы думаете, где он сейчас? Да, у меня его отжала дочка. Она его унюхала, говорит, мам, а мне такой? Я говорю, забирай, я все равно не успеваю всем пользоваться. У нас идет распродажа на карандаши для губ. Какие классные цены. У меня из этой серии есть два карандаша. Карамельный и шоколадный. Я вам покажу сейчас и тот, и другой. Вот такой вот, где бы помазнуть. Тут карамелька и шоколад. Карамелька прям очень светлый такой, нюдовый, а шоколад он очень... интенсивный, насыщенный цвет. Прекрасные по качеству, супер ложатся, не растекаются. И, кстати, несмотря на то, что у них маленький объем, всего 0,28 грамма, их хватает надолго. Так, помады мои любимые. The One Color Obsession. У меня, кстати, на губах сейчас одна из этих помад, но здесь она не представлена. У меня, по-моему, называется моя земляника. Для ногтей рекомендую маслице, очень надолго хватит, и оно вот классное, прям двухфазное масло, его надо так взбить, нанести на кутикулу и вот так втереть, чтобы и в пластину, и в ногтевую, и в кутикулу. Кутикула смягчится, будет хорошо, хорошо ей, и ногти ухоженные. Так, дальше. Я просто смотрю, что здесь самое интересненькое, что у меня больше всего заказывают. Например, масочки очень люблю, вот эти вот маленькие. Сколько они будут стоить? 99 рублей. Хорошо. Очень крутой лосьончик Essence с бузиной и бергамотом.
349 рублей. Хорошая. Вот классная штука. Это крем витаминный с папайей. 99 рублей всего. Очень хороший крем. Я знаю, потому что я его дочке все время беру. Бальзамчик для губ Рапунцель. Ну вот если выбирать, есть у нас еще в детской серии Микки Маус. Вот мне тот больше нравится бальзам. Даже не то, что по запаху, он по качеству немножко другой. Ароматы ваши любимые. Аксессуары. Ой, как мне вот эта сумка-торба нравится. Прям мечтаю о ней. Еле держу себя в руках, чтобы ее не купить. Почему не купить? Ну, потому что у меня так много сумочек, я их все равно не успеваю носить все. Красивая бижутерия. А за крем по 249 рублей. Вот это да. У меня здесь гидромат. Как раз именно этот. И вот он у меня 87-й, самый светлый. Покажу вам этот тон. Но вот не очень удобно из тюбика пользоваться, потому что вытекает. Так. А я ватный диск забыла взять, чтобы показать, как снимать все продукты. Что же мы будем делать с вами? Вот так классно наносится. Легкий, хороший тональный крем. Я рекомендую его всего за 249 рублей. Но где еще хорошая основа с SPF 30? И у нее столько-столько всяких приятностей. То есть матирует кожу и в то же время увлажняет. То есть такой хороший уход, добросовестный. Крема для рук, разные варианты. У меня сейчас в использовании алоэ. Очень хороший крем, смотрите, вот такой вот он, не густой, то есть он и не жижит, прям не лосьончик, но все-таки ближе по форме, как вот лосьоны для тела, но видите, капля не падает, и очень легкий, хороший крем, ухаживает за ручками. Видите, у меня вот как бы с возрастом появляются здесь заломы очень сильные, у меня их нет. Потому что я, когда мажу руки кремом, я их мажу вместе с локтями. То есть я наношу много крема, у меня поэтому большой расход. И я мажу все-все-все, и локти захватываю, чтобы локти тоже выглядели хорошо. Всего 110 рублей, отличный вариант. Тут все для души и душа, разные по вкусу. Выбирайте, что вам нравится. Гели, потрясающие наши мыльца. Вкусненькие, классные. А вот тут чудесная акция на серию Элио. У меня такое чувство, что серия что-то вот прям, что-то грядет. Может быть, замена будет какая-то. Вот я вам покажу шампунь для волос 200 миллилитров. И вот если два продукта покупать, то цена всего 299 рублей. Это очень хорошая цена. То есть можно взять, например, что у нас здесь, кондиционер. Шампунь, масло. Вот даже поверить не могу, что масло можно будет взять за 299 рублей. Это правда? Это правда, я их накуплю кучу. Потому что мы обожаем эти масла, все время ими пользуемся. Я именно восстанавливающим маслом спасла себе волосы. Защитное использую, восстанавливающее, потом и ночное в ход пошло. И потом зелененькое появилось, укрепляющее. Вот сейчас у меня ночное. Я, когда мою волосы, после каждого мытья 3-4 капли у меня масла идет на мои волосы. Я их растираю на ладошках и переношу на волосы по всей длине. Тут выходит какая-то новинка. Кондиционер пенка для волос. А что это такое? Работает как обычный кондиционер, но имеет невесомую текстуру. Волосы будут напитаны и не потеряют объем и подходят для ежедневного использования. Нужно смывать, вот написано, нужно смывать. То есть вы нанесли, смыли. Очень интересно. Чем эта серия интересна? Потому что в ней она содержит драгоценные масла. То есть она ухаживающая, восстанавливает волосы. Эффект вот просто огонь. И также мне нравится серия Hair X. Вот такие гиганты у нас будут по 400 миллилитров всего за 369 рублей. Выбирайте на свой вкус. Я очень люблю восстанавливающий. Также мне нравится ухаживающий. Нет, не люблю ухаживающий. Я люблю еще увлажняющий для блеска волос. Хотя я волосы крашу, но я почему-то не беру для окрашенных волос, потому что у меня краска все равно не сходит. А я люблю более такие вот шампуни, которые нацелены на укрепление, восстановление и увлажнение, потому что волосы очень сухие. Я не говорю, что тот шампунь плохой для окрашенных волос, но я его не предпочитаю.
Все для ухода. Смотрите, как классно. Всякие укладочные средства, расчески, крема для тела. Вот такие вот гиганты, бочонки. Целая бочка крема 250 мл. Это амбар эликсир. И всего 319 рублей. Хватает такого бочонка очень надолго. И он классно впитывается. И если вы подберете себе, например, какой-то аромат Giordani Gold Essence, вы, например, выбрали себе, и берете такой же крем, представьте, как это круто будет, что у вас и тело, и духи, да, все это друг друга усиливает, продлевает стойкость аромата. Вот это замечательный вариант. Далее у нас новинки. Всякие блестюшки для ногтей, смотрите, золотой лак, карандаши для губ, здесь защитная основа, 4 оттенка матовой помады. Ой, какие цвета страшные, на мой взгляд, да, такие фиолетовые губы, как-то с мертвечинкой, наверное, к Хэллоуину готовимся. Или я ничего не понимаю в нынешней моде. Так, а эта серия у нас уже была. Тушь для ресниц очень популярная. И та, и другая. Тут, кстати, водостойкая одна тушь. Классная жидкая подводка и очень доступна, всего 139 рублей. Отличные подборки по теням, два варианта, и более теплая, и теплая с холодной гаммой сочетания. И, наконец, мы дошли до новинок. Давайте посмотрим, что же здесь будет. Спрей-блеск для волос и тела. Классно, слушайте, прям интересно. Вот я так понимаю, что вот это блеск, это вот все, она блестит этим спреем. Гель для душа с блестками. Ну, прям вот новогодние, праздничные такие варианты. Следующая страничка — мыло, кристалл. О боже, как это красиво выглядит. И бомбочка для ванны в красивой коробочке. И все это с аметистовой темой, да, то есть везде аметист. И это действительно очень красивый такой цвет. И тут у нас содержатся натуральные частички аметиста, которые придадут коже и волосам сияние. Ну надо же, я уже хочу! И яркие композиции с нотами лилии, спелой сливы, ягод и орехов. Мне кажется, мы уже в кондитерской лавке прям находимся, уже вкусно пахнет. А есть ли где-то ароматическая страничка? Да! Ребята, я ее не терла, когда листала каталог без вас, я не увидела. Вкусно! Очень вкусно, очень, прям очень вкусно. А вот тут мы прям с вами действительно попадаем в кондитерскую, потому что я уже получила новый крем, как официальный обозреватель. Я могу некоторые новинки попробовать пораньше и рассказать вам о них. Вот такой вот бочонок крема, а крем непростой, он весь такой вот классный. И я, когда этот крем открыла первый раз, я сразу сказала, я в кондитерской. А смотрите, состав какой. Засахаренная вишня, сладкий кофе, древесный мускус. Ну, все понятно. Я очень хочу новый аромат, я его обязательно закажу, потому что это что-то с чем-то настолько вкусно, классно. И я так понимаю, что скоро у меня будет новый аромат, и в следующем каталоге будет еще другой новый аромат. И последняя страничка, тоже новинки. Обожаю серию Feel Good. И у нас появляются два новых мыла. Это будет расслабляющее с лавандой и вдохновляющее с цитрусом. Очень-очень рада. Спасибо за новинки компании Oriflame. Спасибо за вдохновение, за то, что все время нам так хочется быть красивыми, ухоженными, потому что, ну, невозможно просто устоять, когда видишь всю эту красоту и понимаешь, что здесь качество на высоте, что здесь основа, да, подход — это забота о здоровье, о красоте и людей, и природы. И вот эта гармония, когда натуральные компоненты сочетаются с самыми инновационными, да, технологиями, это все получается очень замечательно. Я вас благодарю за внимание. Кто досидел со мной до конца, вы просто мои герои, вы просто мои чемпионы. Напишите, пожалуйста, в комментариях отзывы, что для вас было полезное, что взяли на заметку. Какие-то, может быть, продукты я не рассказала. Поделитесь своими впечатлениями. То, что вам не нравится, тоже пишите. Ребят, у нас нет цели, да, все, как говорится, втюхать, да, лишь бы брали. Нет, вот реально живые, искренние отзывы, они нам и нужны. Я вас благодарю еще раз за внимание, всем желаю
Удачи, счастья и крепкого здоровья на долгие-долгие годы. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!